Крым принимает фестиваль «Таврида Арт». Под Судаком соберется 6 тысяч самых талантливых актеров, музыкантов, художников со всей России. В том числе больше 1000 участников проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей» и «Большая перемена». В программе сотни концертов, кастингов и мастер-классов. Как все начинается, видит Яна Щербата. Будь сладка, ты морская соль. От нее станем мы добрее. У Черного моря в окружении живописных гор, что вдохновляют на творчество. Фестиваль «Таврида» уже третий год подряд открывается под Судаком. В этом году «Таврида» расширяет свои возможности. Кроме уже привычной территории фестиваля, с сегодняшнего дня работать начинают палаточные лагеря. Именно там будут располагаться участники «Тавриды» и форума «Россия – страна возможностей». Всего за 4 дня на этой огромной территории планируют принять более 6 тысяч человек. Самые талантливые, творческие и молодые актеры, музыканты, художники и волонтеры, победители всероссийских конкурсов. О добровольцах здесь говорят особенно много. Волонтеры – это вообще самые лучшие люди. И будущее страны за волонтерами, потому что самое главное человеческое качество – это неравнодушие. Это то, что нас меняет, то, что делает каждого из нас лучше, и то, что помогает бороться с несправедливостью. В год науки серьезный разговор о современных технологиях, что играют огромную роль и для творцов. На встрече с помощником президента Андреем Фурсенко говорят о синтезе искусства и науки. Хороших кадров дефицит есть всегда и будет всегда. И во всем мире будет. И чем быстрее будет меняться мир, тем больше будет дефицит вот этих вот кадров, которые способны стать лидерами и которые способны поддержать этих лидеров достойным исполнением поставленных задач. Такие встречи на «Тавриде» проходят буквально каждую минуту. 730 концертов, мастер-классов, кастингов и творческих мастерских уже открыты. Секреты своих успехов раскрывают участники форума «Россия – страна возможностей». Огромное количество мероприятий, будут интересные мастер-классы, выступления, причем не только приглашенных спикеров, но и самих участников. Ребятам есть чем поделиться, многие из них добились больших успехов. Для творчества здесь нет никаких границ. В этом году на «Тавриде» появятся новые арт-объекты, создавать которые творцы уже начали. Яна Щербата, Андрей Терентьев, Никита Кальченко. Вести. Крым.